Всем привет! Вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DeFi и многом другом. Сегодня будет довольно интересный такой проект, как NetWRK. Итак, что такое NetWRK? NetWRK — это компания, построенная на технологии блокчейна с виртуальной реальностью. Как можно использовать данные токены? Экосистема токенов NetWRK. В первую очередь, данный токен можно будет использовать и купить рекламу для покупки рекламного места, которое можно использовать для получения пассивного дохода и последующей продажи другим сторонам для получения здоровой прибыли. Можно создать и свое собственное NFTs. NFT — это токены, так сказать, и цифровое изображение данных токенов. Можно использовать для нефинансовых токенов NFT, что является еще одним способом получения дополнительного дохода. И другой способ получения пассивного дохода с токенами NetWRK может быть получен посредством стейкинга, при котором стейкеры выплачиваются фиксированный процент прибыли на основе размещения их токенов в сети. Также токены NetWRK можно использовать для покупки активов в мире виртуальной реальности, в котором мы находимся. Также активы могут включать в себя здания, транспортные средства, дома и многие другие, которые можно найти на рынке NetWRK. Размер рынка на данный момент дополнен и виртуальной реальности оценивается примерно в 26,7 миллиардов долларов США на 2018 год. И как ожидается, достигнет примерно 814,7 миллиардов долларов США к 2025 году. При среднегодовом темпе роста 63% в период с 2019 по 2025 год. На сайте можно более подробно почитать данные о токеномике, рынке. Ожидается, что в 2022 году вырастет уже до 45 миллиардов долларов и так далее. В данный момент закончим текущий обзор, такой короткий, вкратце переходите на сайт, ознакомьтесь. Продолжим обзор уже во второй части. Всем спасибо за внимание, всем пока.